На Украине предлагают выгонять учителей с работы за словосочетание «Великая Отечественная война». Причем инициатива исходит от Министерства образования и науки. Во всяком случае, об этом свидетельствует документ, который выложил на своей странице в соцсети бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавка. В письме рекомендуют применять к таким педагогам, цитирую, «меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения». Ну а еще подвергать их коллективному осуждению и сообщать о них в полицию. Великую Отечественную официально теперь требуют называть советско-немецкой фазой Второй мировой войны, а историю Украины с 1919 по 1991 годы советской оккупацией. Это несмотря на то, что Украина в современных границах появилась именно в рамках СССР. Впрочем, в Киеве об этом факте предпочитают забыть, что говорить, если под декоммунизацию попала даже колбаса, которую производят в Харькове. Вот уже несколько десятков лет она называется советской, но теперь мясокомбинат настоятельно просит придумать другое название. К слову, советское шампанское в стране уже переименовали. Теперь оно называется «Советовское».